советник генерального директора Уральской горно-металлургической компании УГМК Алексей Рябцев совершил самоубийство. Об этом в субботу, 31 октября, пишет знак.ком со ссылкой на источник в бизнес-кругах региона. Сообщение подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Трагическая история, о которой идет речь, никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Я хорошо знал Алексея Юрьевича. Безусловно, это шок. Не хватает слов охарактеризовать то, что происходит сейчас в душе в связи со случившимся, сказал он. Представитель правоохранительных органов также выразил соболезнования родным, близким и знакомым Рябцева. Горелых отметил, что в последнее время Алексей Юрьевич возглавлял общественный совет при УМВД по Екатеринбургу. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД, бизнесмен зарекомендовал себя в этой должности с достойной стороны, а также отстаивал интересы жителей Екатеринбурга и сотрудников ОВД. Руководством городского гарнизона полиции принято решение об оказании помощи в организации похорон, добавил Горелых. В пресс-службе УГМК от комментариев отказались. Алексей Рябцев имеет звание подполковника запаса ФСБ России. В разное время работал заместителем председателя правления СКБ банка, председателем Екатеринбургского банка Сбербанка России, вице-президентом банка Траст. С 2004 года был советником генерального директора УГМК холдинга.